церкви Воскресения Христова, известной в народе как храм Петра и Павла, торжественно осветили большой престольный образ. Воскресение Христова – центральное событие евангельского благовестия и один из главных иконографических сюжетов. В центре этой композиции находится воскресший Христос, воевывая свою славу. Он подает руку помощи праотцам Адаму и Еве. Рядом находятся ветхозаветные пророки. И сложность этой композиции заключается в том, что мы должны показать, и художники показали, то, что Христос является не только воскресшим, но и воскреситель рода человечества. На церемонии присутствовали новый настоятель храма, насельник Троицы Сергиевой Лавры и иеромонах Анатолий, и депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, который принимает активное участие в жизни и благоустройстве храма. По окончании церемонии икону аккуратно вынесли на улицу и установили на фасаде административного здания подворья. Новый образ Воскресения Христова – это часть большой работы по восстановлению храма воинской славы, которая началась в подворье в прошлом году и продолжается по сей день. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».